Привет, мои дорогие друзья. Ну что ж, приехал. Парковка вообще нафиг пустая. Клуб не работает. Ну, куча людей там собралась. Я набрал целую кучу каталогов для нас. Сейчас покажу такой легкий обзор. Вот такой необычный каталог. Студенческий отряд. Всесоюзный студенческий отряд. И здесь, короче, вот такие вот знаки. Кто собирает... Я думаю, очень интересно поискать. Ну, я потом детально уже покажу обзорчик. Мне интересно, сколько могут стоить эти значки, если редкие. То есть, для чего вообще каталоги надо покупать? В каталогах вы можете найти информацию, которая сейчас вам поможет. Потому что, ну, грядет реально тотальная жопа. Реально тотальная жопа. Еще не все осознают. Так вот, зачем нужны это вот... Эта информация, это ваш новый своего рода учебник, по которому вы можете попытаться каким-то образом заработать. То есть вот барахольщики зарабатывают, да, много денег, ну, относительно. А почему? Потому что они знают, что нужно купить, и они знают, кому и где и куда можно продать что, да. Вот, для этого... Информация нужна. Можно идти методом тыка, допустим, да, вот купил что-то там, пытаешься продать, продал, зашибись. А можно уже, имея данные, уже покупать сразу то, что реально надо. Поэтому вот каталог, ну, вот разные каталоги, я сегодня покажу, я кучу там набрал вообще, которых не было еще. Там будет бомбический каталог, каталог Тележинского, вау, вообще. Я его наберу целую кучу. Он недорогой, еще и цветной, с разновидностями монет СССР. То есть у меня есть дорогой каталог, я не помню уже автора, но там он очень дорого стоит. Забыл, вылетел из головы. А вот есть Тележинского, наконец-то. Тоже всем рекомендую прикупить. Короче, сегодня будет стрим, и сегодня я поговорю с вами насчет заказов, а также... Ну и вообще обсудим то, что творится в мире. Я думаю, что все худшее еще впереди. Поэтому информация, я не раз говорил, дороже денег. Вот я набрал информации, и теперь я смогу с этими каталогами сделать себе список и идти на барахло, и скупать уже гораздо больше, чем просто монет. Скоро, не знаю когда, выйдет еще прикольный каталог по фотоаппаратам. Это тоже тема интересная. Она более узкоспециальная, но при всем этом купить на барахолочке фотоаппарат недорого, который стоит очень дорого, это всегда приятно. Вот, так что подписывайтесь на канал, скоро будут крутые обзоры. Я сейчас из этого клуба поеду в еще одно место, может, все-таки попробую что-то там продать из Украины, а то я бабла потратил нормально, а ничего не продал, потому что клуб не работал, а мне кэшек нужен, денежка заканчивается.